Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Lexus, модель сети 200H, 2011 года выпуска. Двигатель 1.8, вариатор, гибрид, передний привод. Пробег на автомобиле 41 тысяча километров. Решил заменить на нем коврики. Сейчас на улице сыро, грязно, а в салоне лежат родные оригинальные тканевые коврики. Мараются быстро, начинают пылить, мне это не нравится. По магазинам посмотрел, автомобиль не столь распространенный. Ни у кого в наличии не оказалось ковриков. Предложили эвоковрики. Что-то попробовал, как они. Это не мой выбор, хоть сейчас везде их рекламируют, поэтому я заказал полиуретановые. Сейчас уберу родные, пропылесошу и положу полиуретановые. Номера покажу. Чем нравятся они мне, объясню в процессе. Сейчас вот эту пыль, грязь уберу. Также уберу в салоне и уложу новые коврики. Ну вот маленько марафет навел. Вот такой вот коврик. Номер для заказа идет NLC-291-9B-11. Это в багажник. А, здесь даже есть такая бумага. Lexus сети 200H с 11 года. Полиуретан. Так, номер один среди ковров. Ну, понятно, это каждый рекламирует. Транспортировки немножко деформировался, но это потеплее станет, он расправится. А так вот все, коврик лежит, борт у него высокий и он не жесткий. Здесь под крючки, вот по бокам, сделано свободно, поэтому крепежные крючки не закрыты ни по бокам, ни сзади. Это для сетки. Есть пыльные места. А так, немножко подразмякнет, станет эластичней и ровней разляжется по багажнику. Коврики в салон точно такие же этой фирмы. Так, номер для заказа идет для салона NLC-29-19-210-KH. Тоже такая же бумага. Коврики салон Lexus сети 200H с 11 года, полиуретан. Передние коврики идут вот с такими крепежными вставками, потому что в ковре там сейчас
буду менять, покажу. Есть фиксирующие поворотные механизмы, которые не дают коврику кататься по салону. Опять же, сделали букву L под Lexus. Коврики новые, но пыль на них присутствует. Иду укладываю водительский. Вот они, поворотные фиксаторы. Повернул и с одной, и с другой стороны. Коврик теперь никуда не ездит, и хорошо видно, что он лег полностью по форме. И подставка под левую ногу тоже закрыта ковриком. Где у нас над педалью, то есть где у нас под педалью газа, тоже есть отлив, мусор уже будет сыпаться. С другой стороны, скажут, что грязь будет расплескиваться по бортам, но для того, чтобы там блюхало что-то или расплескивалось, лично я до этого не довожу. Поэтому вот такие коврики меня устраивают. Я на все автомобили беру коврики полиуретановые. Опять же, это не реклама, это только мои субъективные, как говорится, мое субъективное мнение. Меняю задний коврик, для этого отодвину спинку вперед, потому что места там немного, чтобы удобнее было подлезть. Задний, ну также вот задний коврик. Так, здесь немножко вытаскиваю коврик. И что еще хорошо, этот коврик с клапаном идет посередине закрывать так называемую шахту. И он более удлиненный. С вот такой ступенькой сделан вперед. Все. Если вот посмотреть по правому коврику, видно, что этот закрывает чуть больше спереди. Меняю со второй стороны. И меняю передний коврик. Все. Пассажирский коврик тоже лежит на месте. Нравится, приятно что-то делать для автомобиля. А, понятно, заняться было нечем. Пришли коврики, решил показать, как. Ну, просто решил поделиться радостью. Также еще чуть-чуть попозже закажу ветровики и приклею на нее ветровики. В наличии тоже ни у кого нет. На этом все. Всего вам доброго.